Queridos amigos, todas las series y películas en este canal están en su idioma original ruso. Para activar los subtítulos en español, por favor siga estos sencillos pasos. En la esquina inferior derecha hagan clic en Configuración. Seleccionen Subtítulos. Elijan el idioma y por supuesto no se olviden de suscribirse a este canal. Que disfruten del cine ruso. Хочется что-то. Ну, не придумывай. Иди, а то опоздаешь. Я потом пойду. Ждешь кого-то? Да никого я не жду, просто сижу. Паш, когда Ксения придет, я тебя обязательно позову, хорошо? Ну? А хочешь, я ей позвоню? Я уже 100 раз звонил. Она трубку не берет. Она больше не придет, да. Паш, ну ты что? Ну ты что, малыш? Ну... А вдруг на работе что-то срочное? Пойдем, пойдем. Может, у нее телефон сломался? У нее вообще-то часто что-нибудь ломается. Вот недавно каблук, но я его уже почти починил. Но в телефоне я не знаю как. Ну, конечно, конечно, все что угодно может случиться. Но когда она появится, мы ее обязательно спросим. Хорошо? Пойдем, пойдем. Только главное, чтобы она про меня не забыла. Ну что ты, нет, конечно. Подумайте о себе. Вы счастливы? А ведь это главное. Можете ли вы сделать счастливым того, кто рядом, если сами несчастны? И прежде чем пытаться кого-то осчастливить, определитесь, нужно ли ему это и справитесь ли вы. Не слишком ли много вы на себя берете? Займитесь прежде всего собой, своей жизнью. Будьте разумным эгоистом. Чужие проблемы – это просто вирусы, которые вы сами на себя цепляете. Вы же не заражаетесь специально гриппом или ветрянкой. Да. Нет, еще жива, и сегодня помирать не собираюсь. Наоборот, получаю от жизни удовольствие. Пытаюсь быть разумным эгоистом. Ну, вот и хорошо. Слушай, Ксюша, у меня есть для тебя одна потрясающая новость. Ты готова? Только... Сядь, пожалуйста. Ты сидишь? Ты готова? Это поразительно! Это невероятно! 10 лет жили с бомбой в голове, и вдруг такое чудо в 70 лет! Посмотрите, это Кузнецова, который снимки перепутали. Ксюшка, я тебе же перезвоню. Так, что случилось? Она же 10 лет к нам как на работу ходила, пока ей диагноз не отменили. Так, а что с ней сейчас? На поправку пошла. Видите, вдвое уменьшилась. Подождите, это точно ее томограмма? Точно. Теперь точно. Видите, до и после. Разве такое может быть потрясающе? Во-первых, наверное, все-таки мы первоначальным диагнозом чуть-чуть ошиблись. А во-вторых, я не знаю, силы духа, что ли? Просто чудо какое-то. Она же другим человеком стала. Слушайте, а может быть, ей не надо говорить ничего, а? Пусть так и думает, что она здорова. А как ваша-то Кузнецова? Знаешь, что все в порядке?
Да, все хорошо, спасибо. Ну как можно было такое перепутать, а? Можно? Да, сейчас, секундочку. Ну, собственно, я уже все. Все. А я с отчетом о проделанной работе. Ну что ж, очень хорошо. Какие у нас результаты? Результаты? Ну, в общем, есть чем похвастаться. Так. Ксюха, ой, ну надо же, такая счастливая. Прям другим человеком стала. Так, а что еще было? А вот еще не было. Извини. Что, проблемы какие-то, да? Да, не нашел у себя кнопочки включить-выключить. Да и она вроде бы тоже. Людям для этого нужны чувства. Ой, ну какие мы нежные, а. Но в любом случае я за Ксюху очень рада. Я ее, конечно, раньше не знал, но у меня, знаешь, такое чувство, что она как-то меняется прямо на глазах. Ну, теперь, я так понимаю, у нее все в порядке. Ну, оказывается, что да. Но только я думаю, что ей пока не нужно ничего говорить. Ну, а то он опять вернется к своему занудству. Ну, не знаю, это прямо какая-то шокотерапия. Ну, так и правильно. Шоковая терапия ей на пользу. Пусть она еще поумирает пару недель. Может, и сама не захочет в прошлой жизни возвращаться. Ну, только главное, чтобы глупости каких-нибудь не наделала. Ну, а что по этому поводу говорит этот ваш психолог? Психолог пока еще вообще не в курсе. И не надо ей знать. Она опять начнет развивать какие-нибудь теории на этот счет и только все испортит. У нее это очень хорошо получается. Договорились. Пускай это будет нашим общим маленьким секретом. Да, алло, Ксюша, да, я уже почти освободилась, да. Аллочка, ну почему ты мне перезваниваешь? Я тебя уже полчаса жду. Ой, подожди, пожалуйста. Слушай, там, по-моему, Вадим пришел за вещами. Теперь твоя очередь ждать. Я тебе попозже перезвоню. Боже мой. Что это такое? Бабочки. О, Господи! Боже мой! Смотри. Да? Смотри, какие красивые. Потрясающе. Они здесь, чтобы напомнить нам, как жизнь коротка, но прекрасна, Ксюша. Правда красивые? А? Как ты. Да, они действительно так мало живут. Это не важно, Ксюша. Не важно. Мы говорим всякие глупости, накручиваем себя. Зачем? Тебе легко философствовать, это же не ты, Скор. А я не могу забыть об этом, я не могу договориться со своей головой, если бы я просто не знала. Ксюша, я не знал, когда уходил. Да знал ты все, я тебе говорила много раз, ты просто меня не слушаешь никак. Ну, мы же все люди совершаем ошибки. Ну, прости меня, зачем сейчас тратить время на пустые обиды? Ведь есть шанс все поправить, правда? Я же люблю тебя. Хочу быть с тобой. Серьезно? Конечно. Ты уверен? Хочешь наказать меня? Почему наказать? Ну, что ты начинаешь? Ну, прошу тебя. Ты не веришь мне? Ну, перестань. Нет, ты не веришь. Я тебе вообще не об этом говорю. Ты мне не веришь, да? Не веришь? Хорошо, я тебе сейчас докажу. Ну, не надо мне твои доказательства. Если ты меня не простишь, я сейчас прямо вниз головой попаду. Смотри. Смотри. Перестань, не делай глупостей. Ты же хотела меня помочь? Давай, смотри теперь. Вадим, здесь и так все, Юля, держится. Вот и хорошо. Быстрее, все кончится. Что закончится, идиот несчастный? Сейчас ты грохнешься и останешься инвалидом на всю жизнь. А я и так инвалид. Инвалид моральный. Уважаемый, слушайте, ну это уже становится невозможным. От вас ни днем, ни ночью покоя. Слушай, дорогой, хочешь попрыгать? Купи абонемент в бассейн. Иди там прыгай с мышки, хорошо? Да. Я говорю, иди домой. То падают, то прыгают. Дурдом какой. Хорошо, прыгай. Ты меня знаешь. Я, если сказал, обязательно сделаю. Перестань, не валяй дурака, иди сюда, слезай. А зачем? Я ведь никому не нужен. Любимая женщина прогоняет, бизнес не идет. Зачем дальше жить? Хорошо, я тебя не прогоняю. Я тебя возвращаю, иди сюда. Вадим, давай руку. Ну, пожалуйста. Ты мне веришь или нет? Да, я тебе верю, да. Иди сюда. Иди, аккуратней. Ну, Вадим, ну что ты делаешь? Видела? Чуть не грохнулся.
Яишенки. Ну давай, скажи, что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя? Да ничего особенного. Если ты побудешь со мной до конца, я буду счастлива. А то, знаешь ли, иногда накатывает, когда я вспоминаю, что я одна, и становится страшно. Я побуду. Конечно, побуду. Ксюш, ну так тоже нельзя. Сидеть, ждать, когда это случится. Надо что-то придумать. Что ты имеешь в виду? Ну, надо пожить, понимаешь? Пожить весело, широко, на полную катушку. Теперь и ты со мной, я не знаю еще, чего желать. Нет, 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 нет. Надо, чтобы ты каждый день была счастлива. Я хочу, чтобы ты каждый день была счастлива, словно королева. Понимаешь? Ты этого достойна. Иногда такая злость берет, когда я думаю, почему же мне это все досталось? А потом думаю, ну а почему же кто-то другой должен быть на моем месте? Ну вот видишь, значит, мы полное право имеем есть, пить и веселиться. Вот ешь, а вот пей. Нет. Надо, чтобы были лангусты, омары, икра, понимаешь? Да как-то тяжеловато на полный желудок помирать. Шутишь? Если бы у тебя был мужик побогаче, мы бы с тобой гульнули. Я когда там на балконе стоял, понял, мы скучно и серо жизнь прожили. Понимаешь? Скучно. Красок не хватает. Красок. Да, краски. Как хорошо, что ты мне напомнил. Я хочу их нарисовать. Я подарю им новую жизнь, пока они живы. Вот что такое новая жизнь в искусстве. Я сейчас запечатлею их на холсте. Деньги. В деньги все упирается, Ксюша, в деньги. Может, кредит возьмем? А? Слышишь? Кредит в банке. Да. Взять кредит и прогулять его. Ну да, это круто. Только кто же нам даст? Ну и потом кредит же отдавать надо. Как-то не хочется последние дни провести в тюрьме. Ну кто-нибудь да и даст. Ну то есть тебе-то, конечно, дадут, а мне нет. Алла, мне кажется, мы с вами еще не все обсудили. Дима, у меня очень много работы, и, по-моему, мы с вами уже обо всем поговорили. Как-то обо всем. Мы с вами поговорили о вашей подруге, а мне бы хотелось поговорить о нас с вами. Да? Да. А у нас с вами что-то случилось? Пока еще ничего, но мне бы хотелось пригласить вас на свидание. Простите, а программа будет та же, что с моей подругой? Или, может быть, вы что-то новенькое придумаете? А, я придумаю. А, я поняла. Наверное, нашлась та самая кнопка. Нет, она, наверное, сама вдруг заработала. Знаете что, между прочим, с вашей подругой я встречался по вашей же просьбе. Я так понимаю, не без удовольствия. Ну так давайте встретимся с вами, и я сравню. Так, Дима, пошутили и будет. Меня вот больные ждут. Кто следующий? Вы? Между прочим, я тоже вас жду. И вполне здоровый. Ксюш, я все узнал. Мне кредит не дадут. Я в долгах, как в шелках. А тебе дадут. У тебя все есть. Хорошая кредитная история, машина и квартира. В случае чего можно и не отдавать. В случае чего? В случае ее смерти. Но они же не знают. То есть мы просто обманем? Кого? Банкиров? С них не уводят? Ну, хочешь, я ограблю банк. Угу. Хочешь? Ну, серьезно. Я сделаю все, чтобы ты ни в чем не нуждалась. Ну, хорошо, давай возьмем кредит на меня. Вот. Я даже завещаю тебе свою квартиру. Но у меня есть одно условие. Какое? Пашка. Я хочу, чтобы ему тоже кое-что осталось от меня. Пашка, это который из детдома? Ну, Вадя, конечно, из детдома. Какой еще? Я хочу, чтобы вы познакомились. Если он тебе понравится, чтобы ты установил его. Но если это невозможно, то чтобы ты хотя бы помогал ему в течение его жизни. Хорошо. Я все сделаю, как ты хочешь. Да? Конечно. Поехали в банк?
Много есть людей, что, полюбив, мудрые дома себе возводят. Возле их благословенных нив дети резвые за стадом бродят. А другим жестокая любовь, горькие ответы и вопросы. С желчью смешана бурлит их кровь, слух их жалят злобным звоном осы. Молодец. Следующий, пожалуйста. А иные любят, как поют. Как поют и дивно торжествуют, сказочно скрываются от приют. А иные любят, как танцуют. Молодец. Молодец, парень. Не сдавайся. Страстные, очи жгучие и прекрасные. Что я говорил? Запросто дали тебе кредит. Да мне они, в общем-то, и не нужны. Пусть у тебя будут. Меня? Как скажешь. Только ты должен выполнить мою последнюю просьбу. Ты должен познакомиться с Пашкой и участвовать в его судьбе. Я помню. Я все помню. Да, еще вот что, Вадим. Вот. Здесь флешка. На ней мое прощальное письмо. Только прошу тебя, отдай ее уже потом, когда меня не станет. Хорошо. Хорошо. Слушай, давай я прямо сейчас пойду и куплю ему какой-нибудь крутой подарок. А? Да. Денег-то полно? Вадим! О. Ты даже не знал, что он любит. Ксюша, мы же мужчины. Сами разберемся. Алло, Ксюшка, привет. Слушай, у меня сегодня такой тяжелый день был. Да нет, не больные. А один, если можно так сказать, который почему-то без всяких оснований мнит себя здоровым. Слушай, давай по магазинам прошвырнемся, а? А ты где сейчас? Ну, так я заеду. Давай, да, и Галке сейчас позвоню. Ну, пока. Привет! Да вот и я! Если ты из-за роста не хочешь со мной встречаться, то теперь это не проблема. Проблема не в росте. А в чем? А в том, что ты просто шут гороховый. Я не шут, извините. Я клоун. Я закончил цирковое училище. Тем более. И после этого ты хочешь, чтобы я всерьез к тебе относилась? Ну, хотелось бы. Так, все, отойди. А то вместо ходули у тебя будут костыли. Я тебе еще докажу, что я могу быть серьезным. Очень серьезным. Так, девочки, я в примерочную. Приходите меня заценить. Слушай, ну, судя по тому, сколько ты взяла, мы еще сейчас покушать успеем сходить. Какое царское! Знаешь, что, мне кажется, слишком открыто. Ну и что? А что, в гроб только строго кладут? Я всегда думала, что дресс-код только для гостей. Слушай, ты что, дурочка, что ли? Ты что вообще говоришь? Что, пошутить нельзя? Нет, ну, пошутить можно, конечно же, но я нет совсем имела в виду. Я хотела сказать, что... Не для тебя, ну не твой фасон. Думаешь? Ну да, но мне вот туда не шло, а тебе? А знаешь, мне это платье нравится, а на остальное наплевать. Разве не так ты в своих тренингах учишь? Знаешь что, Ксюша, я давно тебе хотела сказать, что вот этот твой эгоизм, это, между прочим, результат изначальной нехватки любви к себе. Дура.
Слушай, а куда Ксюшка так быстро убежала? Не знаю, обиделась, что я ей платье забраковала. Слушай, надо подумать, я выбрала себе такое, куда она в нем ходить собралась? Ой, не знаю, мне почти все подошло. Все-таки шопинг – это лучший антидепрессант. Я, конечно, понимаю, в каком она состоянии находится, но от этой агрессии можно уже и устать. Общаться с ней становится все труднее и труднее. Как же мне это надоело уже! Что, на тебя мужики начали бросаться? Угу. Только, кажется, сейчас начну бросаться я. Ты что, думаешь, я тебя не узнала? Угу. Сейчас. Девчонки, я просто хотел познакомиться. В чем проблема-то, а? Не надоел уже этот маскарад? Какой маскарад? Какой? Вот этот! Че хулиганить-то, а? Извините, пожалуйста. Извините, я обозналась. Извините, пожалуйста. Пошли, пошли, пошли. Слушай, что это такое было? Слушай, я была уверена, что это Дима. Он весь день меня сегодня преследовал и свидания добивался. Так это же здорово, что в этом плохого? Мужчина добивается женщины, все нормально. Да ведет он себя как ненормальный. Клоун. И место ему в цирке. Зато весело. Зачем тебе такой зануда, как муж Ксюши? Ну, ты уже крайность берешь. Ну, это тоже не вариант. Поиграется и пропадет. А ты хотела, чтобы сразу же и на всю жизнь, да? Так у тебя уже был один такой. Здесь ты хотя бы никаких иллюзий уже не строишь. Так что расслабься и получай удовольствие. Я не умею я так. У меня сразу решение, проблемы, переживания. А вот почему ты сразу же рассчитываешь на то, что ничего не получится? У тебя либо просто амбиции завышенные, принц, тебе подавай, либо мужики тебе вообще не нужны. Пойми, идеальных не существует. Хочешь нормального мужика, слепи его сама. Ну, знаешь, не из каждого можно слепить. Вот Ксюшкин Вадик, вот прилепился к ней и паразитирует. Да пойми, все от женщины зависит. Как она захочет, так и воспитает. Из любого воробья можно орла воспитать. А Вадику просто не повезло с дрессировщицей. Ксюша все-таки курица. И орел птица не ее полет. Добрый день, Ксения Владимировна. Рад вас видеть. Добрый день. Я решила отметить свой юбилей в вашем ресторане. Мне ваша Нина сказала, что тут лучше, чем где бы то ни было. Ну, Нина у нас всегда говорит правду, правду и только правду. Вы знаете, у меня такое ощущение, что, по-моему, правда ей уже по ночам снится. Вы знаете, я все откладывала на похороны. Так что деньги у меня есть, вы не волнуйтесь. Ну, о похоронах, я думаю, думать пока рановато, а вот юбилей – это в самый раз. Да, да. Единственное, что мне от вас нужно, чтобы вы определились с количеством гостей и меню. Все. Ну, я еще не решила, сколько человек будет. А меню мне ваше очень понравилось. Я уже 100 лет такого не пробовала. Благодарю вас еще раз. Ну, я так понимаю, вам исполняется лет между нами 40-45, не больше. Я предлагаю вам шикарный подарок от нашего заведения. Торт. Праздничный, красивый торт. Ягодками украсим. Вы знаете, обычно ведь женщины не раскрывают свой возраст. Понимаю. Ну, так и быть. Просто торт с ягодами я от вас приму. Спасибо. Люблю сладенькое. Не-не-не-не-не-не. Стой. Что ты не суешь? Не обращайте внимания, молодой человек перебрал. Ну, бывает. Как вы относитесь к шампанскому? Любите? О, да! Будьте добры, даме бокал самого лучшего шампанского. О, великолепно! Прошу вас. Что происходит? У вас тут какой-то шалман, а не ресторан. Что случилось? Случилось! Человек пришел с деньгами. Надо вывернуться, она мне сует. Ну, это меню, правильно, сует. Что случилось? Ахтанг Георгиевич, понимаете, мужчина заказал у нас бутылку самого дорогого коньяка. Угу. И я предложила ему закусить. Тоже верно. Чтобы его не развезло окончательно. Угу. А он вот. Ну, я думаю, мы уладим это легкое недоразумение. Хотите мясо? У нас есть прекрасный выбор мяса. Свинина, телятина, баранина. У меня столько денег, я могу всю вашу кухню съесть. Всю! Ну, не надо есть нашу кухню. Вахтанг Георгиевич, ну что же это такое? Посуда совсем после пожара не осталась. Ничего, Катюш, не переживай. Посуда, она ведь на счастье бьется, верно? На счастье. Ты иди, иди, я все уложу. Иди. Уважаемый. Вадим. Вадим. Валентинович. Валентинович, я вижу, у вас очень много денег. И вы, наверное, не знаете, как их вам потратить. Но я вам могу в этом помочь. Давайте мы с вами пройдем в VIP-зал. Для VIP-клиентов я вас лично обслужу. Прошу. Катюшка. Вот так, да. Лилия, вот так, проходите. Смели, вот сюда, проходите.
Я не понял. Это что? Это для VIP-клиентов. Слышишь, ты, если я тебе не нравлюсь или мое заведение, сделай так, чтобы я тебя в жизни больше никогда не видел. Понял? Это что за дела? Прямо и направо. Идиот. Да какие дела? Никакие дела. Какие-то бандюки наехали. Нет, все в порядке. При мне деньги. Ксюша дома, я один. Сейчас к тебе приеду. Хорошие. Ну не засыпайте. Ну, пожалуйста. Ну, живите еще. Так, я знаю, что делать. Пейте, пожалуйста. Прошу вас. Пейте. Живите. Живите. Вот это меня совершенно не интересует. Я не хочу, чтобы компьютеры были доставлены в срок, как мы это обговорили. Более того, вам нужно закрепить какого-то специалиста, который бы их подключил, потом уже в дальнейшем контролировал. Да что расходы? Расходы я беру на себя. Всего доброго. Эй, прелесть, ты откуда? Ой, здрасте. Добрый день. Это ваша прелесть? Да. Я почему-то так и подумал. Две сидела у меня на машине, одна улетела, вторая вот. Надеюсь, она не пострадала, ваша машина? А машина? Да нет, я бы сказал, наоборот, преобразилась. Вы позволите, я... Спасибо. Вы еще и ангелов ощипываете? Да, помаленьку. Проблема в том, что сейчас никто не хочет быть ангелом. Очень красиво. Ваше творчество? Надеюсь, эта сфера моей деятельности не принесет вам никаких неприятностей. Надеюсь, что нет, но от вас можно ожидать чего угодно. Извините. Да, конечно. Алло? Да, это я. Кто? Из полиции? Павлика? Да, знаю. А что он? Куда? Я приеду. А куда? Ага. Хорошо, спасибо. Извините, мне нужно срочно уехать. Да, конечно. Ну, может быть, вам помочь чем-нибудь или... Лучше не надо. Паш, ну а зачем ты убежал-то? Тебя так долго не было, и я решила попросить полицию, чтобы тебя поискали. Прости меня, пожалуйста, я не могла прийти раньше. Но ты не должен больше убегать. Я подумала, что с тобой что-то случилось, и тебя нужно спасать. Ты мой хороший. Нет, со мной все в порядке. А вот с тобой могло случиться все, что угодно. Зато я тебя нашел. Паш, ты молодец. Но прошу тебя, пообещай мне, что ты не будешь больше бегать по улицам города меня искать. Хорошо. А если со мной что-нибудь случится, то к тебе придет один мой очень хороший друг. Его зовут Вадим. Вы сегодня вечером с ним познакомитесь. Хорошо. Только вот зачем? Я хочу, чтобы вы подружились. Хорошо. Ну и, в общем, запомни, мужчинам нравятся женщины, рядом с которыми они будут чувствовать себя интересными, ну и, соответственно, нравятся самим себе. Таким образом, они смогут полюбить любую ту, которая будет их слушать. Вот знаете что, профессор Галочка? У меня только один вопрос.
Я, по-моему, ни разу у вас не просила психологических консультаций, ведь так? Ну, почему-то вы постоянно мне читаете свои лекции. Ну, потому что ты моя подруга, а у тебя явно проблемы. И вот это вот, между прочим, твоя агрессия, это все от неуверенности в себе. Да лучше быть неуверенной в себе, чем в себе, но не в себе. Ладно, давай просить счеты по домам. Да, пора уже. Вот, пожалуйста, проходите. Мы готовим номер. Паша в нем участвует. 4, улыбаемся, улыбаемся. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Спасибо. 2 шага назад. Ребятки, Паша, вставай в центр. 5-я позиция. Улыбайся, подбородочек приподними. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Стоп. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Молодец. Ой, Вадим, подарок. Римма Николаевна, Вадим же приготовил какой-то подарок для Павлика. Я думаю, сейчас самое время отдать. Вадим? Что? Не успел. Я же не мог, что попало купить. Пашка, молодец! Как ты здорово танцуешь! Римма Николаевна, там спонсоры и компьютеры привезли. Уже? Очень хорошо. Пойдемте посмотрим. Какой у вас праздник прям сегодня, да? Да, сегодня праздник. Подожди, подожди, подожди. Ребят, ставьте сюда, чтобы ничего не... Не-не-не-не, малыши, малыши, так, послушали меня, все послушали меня. Мы сейчас все подключим, тогда поможете. Все, все, идите играйте. Ксюша, я, наверное, пойду. Я пойду поищу подарок мальчику, а завтра мы на пикник, как и обещал. Римма Николаевна? Все. Вы посмотрите, какая красота. Как ребятишки наши довольны. А это наш спонсор, Вахтанг Георгиевич. Вы знаете, поразительно, стоит только ему намекнуть, он тут же все делает. Что бы мы без него делали, просто не знаю. Ладно, я побегу готовить компьютерный класс. Вот, обещали сегодня подключить все. Здравствуйте, Вахтанг Георгиевич. Здравствуйте. Благодарю вас, вы наш благодетель. Что бы мы без вас делали, я просто не представляю. Все хорошо. Огромное спасибо, огромное. Да, не ожидала от вас такого. Получается, я вас совсем не знаю. Ну, там у меня такое ощущение, что я знаю о вас практически все. Ну да, а это нечестно. Дядя Ваха, а на моем компьютере есть игры? Есть, дядя Паша, есть. Круто! Ну, только какой вам дядя? Ну, действительно, согласен. Смотри, туда закачали общеобразовательные. Гонки, конечно, закачали. Но только стрелялки я все убрал, это я не люблю. Ну, тогда я собежал очередь занимать. Пока, Ксения. До свидания. Дядя Паша. Давай, дядя Паша, беги. Так вот, это нечестно. Когда вы про меня все знаете, а я про вас ничего. Ну, хорошо. Что бы вы хотели обо мне знать? Не знаю. Начнем с того, что все считают вас бандитом. Нет, я занимаюсь немножечко другой профессией. Ресторацией. Ну, слава богу. А то ж, ну, придумали черти чего, что вы в тюрьме сидели. Ну, в тюрьме я действительно сидел. Начинается. А за что? За убийство. Теперь, когда я просыпаюсь, каждый раз думаю, что это мое последнее утро. Да перестань, что ты говоришь? Потом успокаиваюсь. И думаю, ну ничего страшного. Вот вы будете здесь с Пашкой сидеть, а я буду на вас любоваться. Сверху. Так и будет. Понравился тебе Пашка? Очень. Вы подружитесь, я чувствую. Обязательно. И с пикником ты хорошо придумал. Я схожу за продуктами, и на обратном пути мы его заберем. Он будет просто счастлив. Так, все. Пока. Мне пора. Дашь телефончик? Угу. Алло? Вы это Ксюшина? Нет, я помню, только я там больше не работаю. А, постойте, где вы? В Индии? Я же вас вроде в Шанхае послала. Москва, провинция Кирова. Да, я очень постаралась. А бенгальские тигры?
Давайте, я могу посмотреть, опасно это или нет. Такие были проспекты удобные. Там информация была исчерпывающая. Вы кто? Вы зачем трогаете мои картины? Я сейчас позову соседей. Я от Вахтанга Георгиевича. Он что, вас не предупреждал? Нет. А я не связываюсь с криминалом. Зачем вы меня тащите в вашу банду? Какой криминал? Какая банда? У нас вполне легальный бизнес. Зачем мне нужна ваша мувахи? Я стрелять не умею, и грабить тоже. И ценностей у меня никаких нету. Я здесь из-за картин. Да. Это самое ценное, что у меня есть. Хотите их забрать? Девушка, по-моему, мы не понимаем друг друга. Ваха – это мой друг. Я Владимир. Я галерист. Вот моя визитка. Вы владелец. Зачем же я вам нужна? Это мои картины. У меня ни Рембрандта, ни Пикассо нет. Так я как-то и не рассчитывал. Мне ваша работа очень нравится. Мне нужны ваши картины. Я хочу устроить выставку. Какую выставку? Персональную. Ну, для начала небольшую. Ваха меня попросил посмотреть ваши работы и отобрать лучшие. Не надо? Нет, я имею в виду выбрать для выставки. А, давайте. Это все? Нет. Если клиент заинтересуется, то будем продавать. Ну, вначале подпишем договор. Это можно выставить все? Конечно. Лично мне эти работы понравились. Перспективу я вижу. Но мне кажется, это как-то мало. Есть еще? А у меня больше нету из этого периода. Ну, хорошо тогда. Я не спешу. За 2-3 месяца напишите что-нибудь еще? Нет. У меня нет так много времени нету. Вдохновение умерло. Это творческий кризис. А, что-то я не в себе. Чаю, кофе. Пойдемте. Ну что, меню-то обсудили? Да, все обговорили. И закуску, и горячее, и напитки. Все заказала. Сама-то будешь? Ну, хоть рюмочку-то пропустить. Не знаю. Я ж почитаю, что на работе. Добрый день. Привет, Ксюша. Мы юбилей обсуждаем. Будем в ресторане праздновать? Приходи. Кавалера своего возьми. Хорошо. А, кстати, кавалера. Мне целый день сегодня не перезванивает. Едем, не едем. Надо в детдом тащиться. Зачем я это придумал? Ой, ну ладно, ладно, потерпи. Зато потом и деньги, и квартиры твои. Беги, все будет хорошо. Этого мальчишки еще надо покупать подарок. Не ворчи и делай свое дело. Иначе ничего не добьешься. Все закончится, сможешь расслабиться. Устал ждать. Я бегаю вокруг нее. Ксюша, Ксюша, она как будто помирать не собирается. Странная такая. Да, и дожить спокойно свои последние дни. В общем-то, это твой долг. Так что сделай доброе дело и получи себе плюс в карму. Ладно, иду. Да. Ксюш, в общем, не забудь, приходи, будет весело. Хорошо, я постараюсь. Ксюша, садись, пожалуйста, у меня к тебе дело есть. Я? Да-да-да-да. А я? А какой? А я не могу. Почему ты не можешь? Я... У меня с продукты, я домой иду. Ну ничего, я тебе по-быстрому туда-назад отвезу, а продукты вот, бабнина поставлю, да? Ага. О, все, спасибо. Не волнуйся, все будет в сохранности. Конечно. Поезжай, поезжай, милая. А что случилось? Ну, и долго объяснять, помощь мне твоя нужна. Бабнин, молодец. А, ой, я продукты тогда вечер... Или у меня там ключ под... Ага. А съешьте их. Вот ведь джигит. Похитил женщину среди бела дня. Как романтично. Угу. Спасибо. Ой. И куда же?
же ты меня привез? За город. Да, я вижу. А зачем? Послушай, доверься мне, мы же ничего плохого не делаем, правильно? Если я вдруг тебя чем-то обижу или напрягаю, там, я исчезну из твоей жизни, клянусь, ты меня больше никогда конечно, не увидишь. Конечно, утопишь меня, закопаешь, вот я и не увижу тебя. Опять не угадала. Помоги мне лучше. Держи. Спасибо. Пойдем? Да. Осторожно. Алло? Здравствуйте. Нет, я вас по голосу уже узнаю. Вы туристы Ксюшины. Что-нибудь опять случилось? Ну, как тебе? А, здесь невероятно. Очень красиво. Да. Я здесь вырос. Мне мой друг галерист сказал, что у тебя вдохновение исчезло, да? Посиди, посмотри. Воздухом свежим подыши, в конце концов. Подумай. Может быть, и поможет. Вдохновение вернется. Даже не знаю. Я Пашке обещала. Пикник. Разве что очень ненадолго. Правда, Вадим все равно не перезванивает. Пашке? Ну, че ж ты сразу не сказала? Мы его могли с собой взять? Да. Очень жалко. Ладно, сегодня без Пашки. Давай вот здесь. Алло? Да, это опять вы. Это, как ни странно, опять я. Что у вас еще? Ну, школа боевых искусств я бы без специальной подготовки не советовала. Нет, в джунгли без специального сопровождения нельзя. При встрече со стадом диких слонов лекции о боевых искусствах вам вряд ли помогут. Да, вот храм Кришны – это смело можно. Всегда пожалуйста. До свидания. Ну что ж такое? Я не могу больше с ними разговаривать. С твоего позволения, можно я? Это не игра. Алло. А ее больше нет? Как? Вот так? Совсем нет? Кто говорит? Врач говорит. Всего доброго. Где у тебя здесь звук отключается? Так, да? Потом оно. Давай. За твой талант. Красиво. Ты меня насильно сюда привез, но я прям чувствую, что мне это нужно было. То есть я прощен? Ну и, честно говоря, у меня были свои корыстные цели. Я всегда мечтал найти хорошего художника, чтобы написать это место. Как-то... Легче? Да. Сидишь здесь, и все остальные переживания кажутся какой-то ерундой. И даже смерть кажется не страшной. Почему? Потому что станешь частью всего этого. Ну, это я понял. Я не понял, почему ты говоришь о смерти. А, ну, потому что, как бы тебе сказать, у меня обширные аневризмы в головном мозгу, еще сосуды плохие. В общем, я скоро умру. Что, прости? Я даже почти смирилась. В последнее время волновался только из-за Пашки, но мне сказали, что о нем позаботятся. Так что теперь я совсем спокойна. Подожди, а почему ты мне сразу обо всем об этом не рассказала? Ну, возможно, потому что ты не спрашивал. А может быть, обстановка не располагала. Так, давай-ка собирайся, поехали. Вставай, поехали.